смешно, блин. Что за фигня-то? Котята 4 месяца. Деньги. Котята маленькие 4. Это пипец просто. Когда? Я не поняла, все здесь были. Никто даже не заметил, что и когда. Ну, что за твари, блин? Я не знаю по-другому, как это сказать. Это просто жесть. Это тоже... Целая коробка денег, да? Ну-ка, ну-ка. Вот кто это сделал? Мне интересно в лицо глянуть этому человеку, блин. Ну-ка. Как так? Я ничего не помню. Мы только что были здесь. А денег-то, ёпрасотыя. Миллиард. Валентина, моя мама спасала этих кошек. Они... Все знают лоток, все здоровы, ласковые. Вы простите нас, что мы так поступили. Наша мать живет в хосписе. У нее 4-я стадия рака. В квартире и в доме она собрала 57 кошек. Старых инвалидов мы забрали между родными. Мы оставили 28 кошек. Мать, когда-то вам помогала, приезжала в ваш приют. Она сказала, что доверяет только вам. Мы с сестрой будем вам каждый... месяц переводить деньги на корм. Простите нас, что так поступили. Оставляем 1500, еще переведу вам. Вашу ж мать, а? Вашу ж мать! Это пипец. Один огромный ящик, второй ящик, третий ящик, 4 ящика кошек. Господи! Ну, чтоб вам зачлось. Я не знаю, куда это все девать. Я вообще не понимаю, куда это все девать. Вот смотрите, пока мы все это делали, видите, запотело как уже. Сейчас я распаковываю, будем считать, распаковывать кошек. Я что хочу сказать, в следующий раз, когда вы мне будете звонить, не спрашивайте у меня, почему я такая злая, почему я с вами по-хамски и грубо разговариваю. Вот именно по вот этой причине, потому что, не побоюсь этого слова, вы как крысы просто. Просто как крысы приехали, поставили и уехали. Смотрите, как тут горячо. Бедные кошки тут задохнулись уже нахрен. Вот, смотрите, рыжий кот. Глаз течет один. Итак, тут у нас плотненько. Раз, два. Видите, как дышат? Три, четыре, пять. Шесть кошек здесь. Нет, раз, два, три, четыре, пять. 5. Здесь 5. Что, мои хорошие? У всех текут глаза. У всех вот мод я вижу. Этот ничего. Давай, мой сладкий, давай. Давай, выходи. Выходи. Один пошел. Так, еще. Кошечка. Худые, худые. Кошечка. Иди, мой хороший. Ну вот, смотрите. Вот я сейчас хотела их привить. Но я не могу даже их привить. Потому что у них текут глаза. 4, 5. Коробка 2. Тоже, видите, уже запотела. Пока мы готовили. Коробка 2. Так вот у нас избавляются от животных. Приют, который не получает никакого финансирования от государства, ни от администрации. Прут просто в наглую. Даже без звонков, без предупреждений. Это взрослые у нас. Привет, 4 штуки. 4 взрослые кошки. Кошки напуганы, конечно, все в шоке. Коробка 3. Коробка 3 у нас. Тоже запотела вся. Запотела нахрен. А если бы никто не вышел до вечера? Здесь кошка одна. Здесь одна вот такая кошечка. Так, это 4-я коробка у нас и последняя. На которой было написано котята. Да, она так долго, да, я могу. Не могу я одной рукой.
здесь у нас двое. Двое. Нифига не котята, конечно, они. Это не котята. Это взрослые тоже. Вот это кошка. Ну, теперь, друзья, посмотрите. Итого у нас. 10, 11, 12 штук. 12 несчастных. Больных, я замечу. Больных. Больных котят и кошек. Которые не стерилизованные, не кастрированные. Да? Вот так вот. 1500 не забыли оставить, конечно. Так, ну что, поставили еду, воду. Пока пару лотков, ломик, лежанку. И, ну, вот это вот то, что было для голубей, вот такие вот. Они тут разбрелись, делали полочки им. В общем, пока так, ребят. Но, смотрите, ночью уже холодно. Сейчас еще более-менее. Скоро у нас морозы. У нас уже сентябрь. Середина сентября. То есть кошек надо будет куда-то девать. Куда? Непонятно. Ну, маленький уже пошел тушить. Ну, так вот. Ну, так вот мы, значит, разместились в голубятне среди кучи собак, вот, чтобы вы понимали, кругом собаки, вольеры. Вот здесь вот у нас разместились эти кошки. Ребята, в этом году, ну, очень много котят. Просто ужасно. Люди совести совсем не имеют. Они бросают и бросают и бросают, причем нагло, и причем заявляют, вы же приют. Ребят, мы частный приют. И наш приют держится только на нашем добровольной помощи, на нашем добровольном участии. Мы убираем за ними, мы лечим их, а вы помогаете нам в этом. Но это не означает, как мне часто говорят, я же вам помогаю. Ребят, вас 50 тысяч, нас всего двое, я и Лиля. И рабочие тоже помогают, ребята, но они убирают за собаками, а за кошками, за всеми вот этими малышами, за всем вот этим. Убираем мы вдвоем. Понимаете? И лечим их мы вдвоем. И не дай бог эпидемия какая-нибудь. Там мы с ума сходим сутки напролет, потому что все это делаем только мы вдвоем. Я очень вас прошу, не надо привозить нам котят. Нам хватает тех, кого мы сами находим на обочинах, на дорогах, возле магазинов. Ребята, а вы привозите мне тех, кто у вас родился, и они вам не нужны. Вы просто стерилизуйте ваше животное. Просто стерилизуйте.